Хотите встроить МОК в свой учебный план, но не знаете, с чего начать? В первую очередь узнайте, принято ли положение о зачете результатов прохождения онлайн-курсов в вашем учебном заведении, а также список рекомендованных курсов. Если в вашем учебном заведении нет этих документов, то можно сослаться на соответствующий приказ Министерства образования. В учебный план можно включить как курс целиком, так и его часть, в зависимости от требований вашего преподавателя. Далее следует согласовать с менеджером вашей образовательной программы сроки начала обучения онлайн и соответствующего академического курса, а также количество зачетных единиц и форму контроля. Следующий шаг – записаться на онлайн-курс и завершить его. Завершив онлайн-курс, подтвердите свою личность и получите сертификат о прохождении обучения на нем. Передайте менеджеру вашей образовательной программы сертификат об успешном завершении МООК. Получите зачет на основании этого документа. Поздравляем! МООК успешно включен в ваш учебный план и зачтен преподавателем.